Don't file the arrest report. Don't kill him either. Send both to me. Hey, remember who you're talking to, you son. Listen, you fuck. It's your job to clean up this city's mess. That's what you get paid for. Shit. Okay, pull over here. That gets another block or two to my apartment. Just shut up and stick with me if you want to stay alive. Итак, быстрее, 15-й эпизод, проходим его пошустрее, как говорится. Мы приближаемся к финалу, забыл поприветствовать всех. Привет, Пашенди, пацанячек, привет всем остальным. У нас уже на очереди 15-я серия и 15-й эпизод Manhunt. Ближайшие 2 дня эпизодов не будет, будут выходные, вот, и меня не будет дома, поэтому их не будет. Итак, значит, мы в прошлой серии нашли Аду Вонг. Ну, короче, эту девушку, не знаю, как ее зовут, похожую на Аду Вонг, которая как бабуля какая-то ходит, горбатая, блин, вся сгорбленная, блин. Вот. И нам нужно Старк Вейзера найти и, короче, его убить, вот. И в прошлой серии мы убили этого вояку со шрамом. Не помню, как его зовут. Вот, и теперь у нас близится дело все к финалу. Мы должны, как говорится, найти этого главного с камеры и его убить. Как вы понимаете, уже в начале каждой серии уже он нам ничего не говорит. То есть, как вот обычно, когда серия начинается, нам кто-то что-то говорит. То есть, вот этот голос. Теперь этого голоса нету, потому что мы уже, по сути, высвободились от этого. Поэтому вот такие дела. Все, не будем разглагольствовать. Тут стоят уже реальные люди, я вот не знаю. А, это журналистка, ее журналистка, короче. Имени ее я не знаю, но это журналистка. Стоит полиция, это уже не мусорщики, не псы, это просто полиция. Я вот не знаю, что делать. То ли ее вырубать надо, то ли просто нужно к ним подойти, и они ничего не сделают. Я не знаю вообще. А, показываются они как враги, показываются желтым цветом. Но что нам делать? Давайте оставим ее, короче, тут. Да блин, тут ее оставь. Lay low here for a while. Да я вот не знаю, что делать, кстати, потому что их двое. Ладно, все что-нибудь придумаю. Ой-ой-ой, печаль, беда. А, я до сюда вообще никуда не доходил, народ, если честно. И вообще никогда не дрался с полицейскими в Манхант. Блин, до чего остался? Блин. Скотина! Осталось 10 секунд. Давай тут спрячемся вместе с тобой. Постучим. Давай уже сюда, шуруй, блин. Что за фигня? Когда мы того бомжа провожали вместе с собой, тайминга никакого, блядь, не было. Мы могли его хоть за километр оставить, и ничего не произошло бы. И куда он, блин, пошел? Иди сюда, блин. Чмырик. В смысле? А. О, все, капец. Че, он вообще что, ничего не слышит? Иди сюда, блин. Он застрял, походу. А, он пытается пройти, он просто застрял. Он застрял. А, гляньте, нет, выбрался. Выбрался, народ, посмотрите. С ним поосторожнее нужно. Потому что он с огнестрелом. Почему у нас огнестрел с прошлого оружия, с прошлого уровня сохранился? Блин, вот как ты так зашел? И что это? Я спрятался вообще-то. Сука! Сука! Сука, блин, это что за хуйня? Блядство ебаное! Сука! Короче, будем привлекать их отсюда. Я уже заколебался. Это как вчера, вот это то же самое ситуация, когда проходил. Не мог вообще никак пройти, блин, одно место. Первую локацию. Буры. Призываем их вот так сюда, остановимся, блин. Будем их скрытно, ну нафиг. Не будем сильно спешить.
Давай, иди за бутылку. Иди, давай своего дружка, у тебя дружок, он лежит, смотри, иди. Блин. Там он еще ходит. Сколько их там ходит? Быстрее, 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 заходи, заходи, дебил! Вот, все. Там он еще, я вижу, раз, двое, еще двое, вот он еще третий. Ты сюда, смотри, не зайди, слушай. Нет, я его и вырубать не буду. Потому что мне дед поспали. Да, правильно, разворачивайся. Теперь так вот попробую сделать. Блин, давай иди, у тебя дружки вон там умер. О, да, посмотри, правильно. Посмотри на него. Блин, он слишком далеко уходит, скотина. У него радиус не позволяет ему заходить дальше. А не, вот, пошел дальше нормально. Я ж думал, скрипт ему сделали, что типа дальше он заходить. Там их еще трое ходит, я уже и так вижу. Тут главное лучше все-таки скрытно вырубить, ну нафиг, не рисковать. Меня уже вон спалили там, почти спалили. И, короче, в смысле меня спалили? Быть такого не может. Короче, иди сюда. Сейчас я сюда ее позову, вот тут тень все равно, кто-то не убит. Тут они и не увидят, тут тень все равно. Во, вот тут и стой, держи, подальше. Во. Все, стой тут. Стучим. Мне больше кинуть нечего, у меня кирпичей, ни бутылок нет. Иди сюда, не получится, короче. Заказ уже пришел. Ну конечно, потому что игра долбоебская, ее хуй пройдет, блин, быстро. Ее надо, блядь, медленно сидеть, дрочиться медленно, блядь. В этой игре, блядь. Само собой, блядь, разумеется, блядь. Само собой. Сидеть надо полвека, блядь, ее проходить, чтобы пройти. Уже это сложное говнище, блядь. Нет, блядь, по-быстрому, по фасту что-нибудь там сделать, блядь, их расстрелять, как в GTA San Andreas, блядь. Там в GTA San Andreas, блядь, самая простая механика из тех GTA-шек вообще, которые существуют. Рилли самая простая механика, блядь. Там разочек ударил, он уже, блядь, упал, блядь, сразу. А тут вообще убить даже быстро невозможно. Капец какой-то. Сейчас он развернется, а там еще ходят дурачки. Давайте отсюда, короче, позовем. Если он сюда подойдет. Не может позволить скрипт сюда подойти. Вообще хотя бы до контрольной точки дойду, и я тогда пойду на заказ. У меня заказ просто упал. Сейчас он развернется, я еще раз постучу, это он меня заметил. У него же радиус позволяет сюда дойти, я надеюсь. О, он заметил своего. Ух ты, вот это ты молодец. Вот это ты молодец, конечно. Не, радиусы у них позволяют. Ну, гляньте. Радиусы у них позволяют. А вот тех я не знаю, как тех призвать. Там еще один стоит, получается. Короче, давайте того мы просто с пистолета убьем. Он же не привлечет никого, я надеюсь. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Нет, их двое, гляньте. Вы гляньте, их двое. Сколько их вообще тут есть на этой локации? Где контрольная точка? Патроны кончились. Все, пизда. Пизда. Мне еще надо лом взять. А, пиздец. Давай. Отлично. Бита. Три патрона. Не знаю, хватит нам три патрона. Я так не хочу, у меня так времени, у меня заказ упал.
мне времени вообще нету проходить, реально. Или нет времени, нужно побыстрее. Я поэтому постоянно и проигрываю вначале, потому что времени нету. Ты скажешь, сядь, когда будет свободно. Это в том-то дело, что когда у меня заказ, у меня есть свободное время. В этом теперь весь и прикол. Все, по-моему, в этой локации уже никого нет, по-моему. Раз, два, вот взяли патрончики, нормально. Взяли патрончики эти, и то хорошо. Все, дальше я не знаю, куда дальше идти. Давайте тут... А, у нас ХП большое, целое. Вот контрольная точка. Открыт... А, только журналистка. Давай, давай, иди, тут уже нету никаких врагов. Еще и секунды идут до ее потери. Капец, давай, иди сюда. Ты ничего не вернешься. Это посложнее, чем с тем бомжом, реально. Вот с тем бомжом было хрень. Это, блядь, посложнее намного. Давай, открывай. Так, ну как вчера тогда сделаем, народ, как вчера. Я тогда сохраняюсь. Сохранить. А, 9-й, 8-й эпизод. Вид невинности. Все, народ, короче, я телепортируюсь снова, как вчера. Вон уже вижу, враги наверху какие-то стоят. Короче, все, я телепортируюсь, и мы продолжим, когда я все отнесу. Итак, телепорт успешно удался. Мы продолжаем наш эпизод. Так, тут какой-то дом, такой дом с интересным дизайном и с красивым ремонтом. Кстати, вы посмотрите, просто вы приглядитесь, какой ремонт охуенный. Ну, короче, вы поняли. Но вообще это, конечно, еще заслуги мододелов, потому что это мод же, правильно? Bad Blood. Вот, тут графика намного лучше. Тут графика намного лучше, короче. Ты встань, ты скажи. Тут графика намного лучше, чем в обычном этом. У меня нету. У него дрободан. Ну, нам придется перестреливаться, потому что у нас нету предмета, который... Фак. Давайте дрободан. Сейчас меня, наверное, убьют, скорее всего. Наверное. Где бы нам взять обезболивающее? Давайте обезболивающее, короче, поищем. А тут нельзя вернуться. Все, капец. Вернуться-то нельзя. О, палева нету. Отлично. Они успокоились. То хорошо. Ну, я так и знал, блядь. Короче, тут получается, блядь. Тут получается, у нас нету предмета ближнего боя, нам так и так их с огнестрела вырубать. Поэтому зря я пытался вначале пройти скрытно. Типа смысл, у нас даже нет предмета, который мы скрытно убили. Кулак и магу, все, ничего нету больше. Ну и дробовик теперь, дрободан, так скажем. Поэтому тут только, нам надо было прошлые... Еще когда мы в чекпоинт не зашли, надо было лом с собой взять. Когда у нас был бы лом и дрободан, то это было бы тупо. Я ступанул. Это было бы, то есть, отлично. А вот сейчас я ступанул. Поэтому такая вот получается ситуация. Такая вот ситуация. Убиваем одного и убегаем сразу. И убегаем. Потому что убьем одного, появится второй и убьет нас. И будет, так сказать, отмщение. Так они вроде успокоились. Сейчас мы убьем еще одного. Будем тратить поменьше. Поменьше боеприпаса. Ага, вот он. Пытается выйти. Чел. Тут их четверо. Раз, два, три, четыре. Я считать умею. Поэтому по шенги. Сука. Тварина, ага. Взял нас, вырубил, блин, скотина. А мы тебя вырубим. В качестве отмщения. Сейчас этот будет стрелять. Давай, стучи. Спрятались там, спрятались, блин.
скоты спрятались, видно, что... Короче, давайте подготовим Рабадан. Черт. Иди нафиг. Где обезболивающий вопрос? Где, почему обезболивающих не ставят? Ну все, вроде бы тут мы все это сделали. Нам бы обезболивающее найти, что-то капец какой-то. Тут еще есть. А вот обезболивающее, отлично. Разработчик принял мои мольбы, услышал мои мольбы. Так, перезарядка. Так, давайте звать нашу. Не, давайте еще осмотрим, вдруг там еще враги есть, кто его знает. Или нет. А тут вот, вот комната какая-то. А, мы далеко не можем от нее уходить. Сейчас тайминг, тайминг сработает на таймер, и все. И миссия провалена. Надо где-нибудь ее повыше спрятать, короче. Там наверняка повыше места есть, где можно ее спрятать. Так, нам идти надо вот в эту комнату. А, это ли... это... потайная комната, серьезно. I'm going to deal with Starkweather personally. Thank him for my second chance. You're my backup if I don't make it. Have a nice life. Ой, ну хоть слава богу, мы хоть теперь одни. Отлично. Сейчас бы еще чекпоинт бы найти. Был бы еще лучше. А вон и чекпоинт, кстати. Тут надо поаккуратнее, потому что помню, я в RDR 2 также быстро-быстро пошел, и он спрыгнул с огромной высоты и разбился. Тут бы то же самое бы произошло. Так, вот взяли чекпоинт. Ну хватит. Дайте мне чекпоинт взять. И беги нафиг, дай чекпоинт. СССР какой-то, блин, еще. Все, чекпоинт мы взяли. Давайте с Дрободана. Потому что... ХП мало отбавляется с Марвелла. Ужас. Ужас ужаснящий. О, вот еще обезболивающий, отлично. Так, комната эта попалась прям кстати. Ну вот, друзья, отлично. Мы освободились от наших... от нашей, так скажем, ловушки. Я про эту девушку, потому что она нам мешалась, реально. Так, и тут мы с перестрела... с перестрела будем проходить. Так, там снайпер, Пашенди, на этот раз теперь я уже вижу, что там снайпер, можешь не волноваться, можешь мне это не говорить. Так. Давайте, короче, прятаться и его убивать с снайпером. Раз, все. Ай! Суки, со всех, блядь, сторон. Я не буду здесь перематывать, в принципе, перепройдем, ладно. Со всех сторон окружили, блин, скоты. Иди нафиг, ну. Все, нормас. У нас еще обезболивающее сзади лежит, не забываем про это. Короче, там снайпер, но, как я понимаю, слева еще дурачки есть. Поэтому надо еще слева, то есть справа их убить. И потом приблизиться к снайперу. Да прячься, тут же скрытно. Тут же тень, алло. Тут же тень, блядь. Тут же тень! Долбоёб, блядь. Перезарядчик ебучий, блядь. Долбоёб. Сука! Они палят, блядь, мгновенно, блядь, твари. Нет! Нельзя в меня стрелять. Нет! Нет! Девушка так с тобой будешь стрелять, долбоёб. Что делать надо? Что делать надо? Что делать надо? Ладно, я сейчас разберусь, что делать, и потом продолжим. Хуйню ебаную, блядь! Короче, берем и просто быстро бежим. Бежим, короче, да, в то помещение. Ни на что не оглядываемся вообще, просто берем, быстро бежим. Без оглядки, без всего. Так, забегаем. Все. Тут мы прячемся. А тут хуй спрячешься, вообще нет. А вот тут можно спрятаться, отлично. И все, и бежим тупо дальше. Убиваем этого сморчка. Сейчас он развернется, мы подойдем поближе, потому что мы
с какого дальнего расстояния мы не убьем с одного выстрела. Так. Подходим поближе. Так, теперь здесь. Тут их не так много, как снаружи. Нам нужно... Чё? Почему палим-то? Почему я палюсь? Ёбаный насрал. Почему я палюсь? Я ж скрытно стою, алло. У меня мигает оранжевый туда-сюда. Это ужас. Отлично. Здоровский. Так, что там дальше у нас идет? Патроны для дробовика. Нормально. Нам сейчас главное с вами убить того, который наверху стоит. А то тогда будет капец копцов, как люблю говорить. Так, тут ничего нету, тут тоже ничего нету, бежим. Так, ага, ну мы его с пистолета сейчас замочим. Так, все. Меняем, короче, мы винтовку. Ух ты, ух вы какие, какие вы резвые-то, а, гляньте. Они сюда бегут. Они сюда бегут, твою мать. Они бегут сюда. Они сюда бегут. Они идут сюда. Отодвинься. Понятно. Я не знаю, народ, что делать. В принципе, не знаю, что да как вообще быть тут. Есть одна идея, конечно. Не знаю, получится, не получится. Можно, конечно, попробовать. Но нужно сначала поискать здесь скрытые места. И можно скрыться, спрятаться. Я, короче, что предлагаю сделать. Вот, тут есть скрытное место. Отлично. Надо запомнить этот автомат. Да, прям справа сразу бегаем, сразу справа. Короче, нужно этих дебилов заманить в это помещение. Чтобы они поднялись все сюда и быстро выбежать самому вниз, спуститься быстренько. Я не знаю, получится, не получится, вообще без понятия. Получится, не получится. Просто, короче, мы как делаем? Мы спускаемся вниз и становимся сюда. Вот так, вот и все. Сейчас они, скорее всего, все сюда забегут, всем народом. Все гурьбой сейчас сюда забегут, эти придурки. И мы потом выбежим, просто пишем, ну, короче, выбежим. Я так предлагаю. Давай, иди вперед. Кого они, блядь, стреляют? Дебилы. Кого они стреляют? Вопрос, блядь. Давайте подождем, пока не разбредутся хотя бы. Только так, если. Сейчас еще третий подбежит, отлично. Все, отлично. Только так, если их убью. Вопрос, а в кого они стреляют? Вот у меня такой вопрос, реально. В кого они, блядь, стреляют? В силу духа, что ли, блядь? Серьезно. Дебилы, блядь, какие-то. Тут никого, кроме меня, нет. Тут реально никого, кроме меня, нет, рили. Они в кого, блядь, стреляют? Хыпая в кого? Так. В кого стреляют, хрен поймешь. Давайте, короче, спустимся сейчас вниз. Посмотрим, что у нас там сейчас внизу. Нас ждет, поджидает. Так. А где они все есть-то? Не, Риля, а где они все? Они все, видимо, наверху. Но... Ага, вот, я уже вижу один. Один, получается, внизу, вот я вижу. То ли в меня паляет, то ли вон пуляет, один паляет в меня, то ли знает, в кого он паляет. Тут надо подумать, что можно сделать. Тут подумать. Так.
Кит есть наверху. Вот эти внизу. Вот тот и еще кто-то там. Да, они пуляют. Они будут внизу. У них, видимо, скрип стоит, они внизу. Нужно, короче, убить сначала тех, которые наверху, по одному, так же, как мы сейчас вот делаем. И потом получается. Что получается? И потом идти вниз. Иначе. А, стоп, они все внизу, походу. Нет, они. Кто там есть? Они походу окружили здание, они окружили. Они сюда не зайдут. Мы этого не хотели. Блин, они сейчас будут палять сюда. Мне дверь защищает. Как в них там палять? И как в них там палять? Вопрос, там же нет даже укрытия никакого, чтобы палять. Дебильное место, честно вам признаюсь. Короче, они стреляют в меня. Они уже не отстанут. Это скрип, походу, какой-то. Я не знаю, что теперь делать. Честно вам признаться, я не знаю, что делать, ребят. Они сюда не пойдут. Те зашли, только те, и все. А эти уже не зайдут сюда. Для дробовика. Да толк мне своих патронов для дробовика. О, блин, убили, смотрите. Одного убили. Попадай! Отлично! Хоть что-то. Давай, мочи! Мочи! Мочи его! Так, давай, давай. О, стекло. Это хорошо. Давай! Блять, закончились. Блять! Все, убили. Так, ну вот, вроде бы это как-то да уложились. Вроде бы да прошли народ. Вы смотрите, было так. Было непросто, я вам так скажу, что это такое. Было непросто, но мы преодолели свой страх, как говорится. Так, ну рано еще радоваться, потому что что-то мне не нравится этот момент. Мне кажется, что здесь не все сейчас так гладко, как кажется. Мне кажется, что не все гладко, как кажется. Вот почему здесь нет тени? Вот же тень. Непродумка. Либо это мододел они так сделали, то ли это непонятно что. Так, давайте, наверное, возьмем. А, у нас нет патронов. Так, этого убили. Теперь этого. Так, отлично. А там еще есть. Ну их там дохуя. Хренища, господи! Да хренища их там, блин, рили. Я не хочу опять проиграть. Я и так еле-еле это прошел, блин. Еле-еле-еле. Не хочу опять проиграть. Тут даже чекпоинта не было. Так, давайте поднимемся сюда. А, вон там стоит какое-то ублюдище. Ты что-то не попадаешь. Отлично, убил. Блин, дробовик это такое оружие, с него сблизи надо стрелять, а не сдалека. А мы сдалека стреляем. Ну тут видно, что он где-то высоко. А, нет, вон стоит. Придурок тот, вон стоит. Прячься. Хоть убили. Так, давайте посмотрим. Никого тут нету больше, кроме них. Да не, вроде никого нету. Может, тут еще обезболивающее есть? Что-то я уже побаиваюсь уже. Мне что-то уже страшно становится как-то. От этого всего это ужас. Не, винтовку менять не буду. Мне дрободан нужен. Мне нужен дрободан. Спускаемся вниз. У того дрободан по-любому. По любасу, я бы даже сказал. Да, вот у них дрободаны. Потом мы так все патроны просрем, а толка будет много. Так, нам только вниз спускаться, нам больше
Ну, слава богу, меня пощадило. Меня Господь Бог пощадил. Ой, это ужас, какая-то анимиссия. Это какой-то ужас вот с этим вот моментом. Я, наверное, большинство, наверное, моментов вырежу, наверное, потому что реально снял просто ужасно. Ну, снято реально ужасно, потому что дохренище проигрывал. Нужно было много чего понимать. Нужно было немножко подумать, это ужас. Еще 3 звезды дали. Я вообще думал, что мне 2 звезды дадут. Так, сейчас я обновлю. Короче, вот мы встретились с прессой. С нами теперь этот придурок с камерой не разговаривает. Хоть какой-то плюс, и то хорошо. Мы распрощались с этой девушкой, с журналисткой. Имени ее я так и не понял. Вот, и она пошла за своясь, и мы во своясь. В общем, эпизод был трудный. Но если знать, как проходить, в принципе, со второго раза можно его преодолеть, там, с минимальным количеством смертей. В общем, это был 15-й эпизод. Следующий эпизод буду записывать уже через 2 дня, потому что уже выходные, дачи и прочее. Так что вот, все. Пока по Шенди, пока народ. Все, увидимся в следующей серии Manhunt. Осталось там до 20-го эпизода всего... Получается 5 серий. Все, всем желаю успехов, всем пока. Не судите строго.